Родительская суббота – время молитвы за своих усопших родственников. Во Вселенскую родительскую субботу глава Среднеазиатского митрополитчего округа, митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий совершил божественную литургию в Кафедральном соборе Успения Божьей Матери города Ташкента. Приготовляясь к Великому посту, Церковь установила, чтобы мы вспоминали наших от века скончавшихся предков, чтобы наша молитва, пост и воздержание все это принесло пользу и усопшим братьям и сестрам, чтобы Господь помиловал их, простил и даровал Царство Божье. Поэтому в дни родительских суббот, которые будут в течение 3 недель Великого поста, мы должны приходить на кладбище и в храмы, чтобы молитвенно вспоминать о них. Наша молитва... Посты и молитвы, посты и воздержание, оно принесет пользу и нам, и тем, кто отошел к Господу и нуждается в нашей молитве. Поэтому в эти дни мы должны прийти на кладбище, помолиться у могилки наших предков, привести порядок в кладбище наше, чтобы тем самым мы проявили свою любовь, проявили свое усердие, проявили свою преданность Богу и людям. И этот добродетель принесет нам большую награду Царства Небесного.